25 лет в профессии начальник производственно-технического отдела МУП «Тверьгорэлектро» Александр Виноградов стал одним из 7 лучших работников сферы ЖКХ региона. О своем профессиональном пути и о новых разработках в энергетике победитель рассказал нашей съемочной группе. Александр Виноградов пришел на работу в «Тверьгорэлектро» в 1995 году. Свой профессиональный путь он начинал с электромонтера, затем поступил на инженерную должность и вот уже 10 лет руководит работой производственно-технического отдела. Профессия требует особой концентрации, самоорганизации и постоянного совершенствования навыков, считает инженер. Так как в данной профессии я уже давно, получается, что это мой способ самореализации и главное дело, которому я посвятил всю свою жизнь. Это еще возможность передать накопленные знания молодым специалистам. Под контролем Александра Виноградова находятся все ремонтные и строительные работы, которые проводит предприятие. Одно из новых и, безусловно, важных направлений, которое он курирует – развитие геоинформационной системы электрических сетей нашего города. Проект разрабатывался более 5 лет и позволил значительно упростить работу инженеров. Во-первых, можно быстро определить, где этот объект расположен территориально в городе, если где-то коснется какая-то аварийная ситуация, послать в свое время туда бригаду для проверки проектной документации, которую нам постоянно приносят на согласование. Александр Виноградов вошел в число 7 лучших работников сферы ЖКХ Верхневолжья, которые получат премию губернатора. Победителями также стали сотрудники Тверьводоканала, Тверской генерации, филиала Газпромгазораспределения Тверь, а также мастера из Ромешковского района, Пеновского и Вышневолоцкого городского округа.